До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о Втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое, просто удивительно. Ну кто, просто не знаю, даже не хочу комментировать. Предлагаю в ближайшие 3 года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе и домов культуры, библиотек, музеев, в сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже еще одно важное направление.